Привет! И в этом видео мы посмотрим, как же установить N8N на VPC, то есть на какой-то сервер. Давайте глянем по-быстрому. Самый быстрый способ. А может быть еще и бесплатно. Посмотрим. Так, давайте попробуем создать на AWS аккаунт. У них есть бесплатные инстансы, которые можно бесплатно использовать. О, господи. Так, сейчас вернусь на код. Я буду перематывать, чтобы у вас это длилось гораздо быстрее, чем у меня. Тут нужен еще номер. Окей. Я сейчас заполню этот шаг и нажму следующий. Мне нужен телефон. Так, я вернулся там на втором, надо было заполнить адрес с телефоном, да? На третьем подвязать карточку банковскую и потом подтвердить телефонный номер. И сейчас вот последний экран, это вот выбрать тариф поддержки, ну, соответственно, выбираем бесплатный, потому что мы хотим попробовать бесплатно поднять на VPC наш N8N. Так, тут закрываем, так, переходим, заходим, ну, мы же внутри, да? Должны быть. Окей, окей, окей. Сюда чуть ближе, чтобы вам было видно. Так, нас интересует EC2 instance, давайте. EC2 instance. Так, launch instance. Name N8N, Amazon, Ubuntu, ну давайте Ubuntu выберем. Так, тут важно нам FreeTire Eligible, вот он, видите, тут показывает, что доступен для FreeTire, и оставляем его, в данном случае. Так, 64, тут что нам, ничего не меняем, не меняем. Не меняем, что тут? Proceed without care pair. Оставляем. Мы хотим побыстрее создать, да, то есть это уже детали, которые не буду рассказывать в этом видео. Так, окей. Launch instance. Я не вижу здесь, конечно, его размер. А, вот 2 микро. Вот он. Вот он. Instance type, видите, вот на одном только написано FreeTire Eligible, то есть тут микро, один CPU и один гигабайт memory. Этого должно быть достаточно, чтобы запустить N8N, но чтобы какая-то нагрузка была существенная, то, возможно, лучше посмотреть на более какой-то мощный инстанс. Но здесь в качестве эксперимента я в конце скажу, какие можно использовать провайдеры. Так, запущен. Смотрим. Running. Хорошо. Теперь статус чек initializing, то есть инициализируется. Давайте подождем, и я вернусь к вам, когда он инициализируется, чтобы продолжить установку уже на самом инстансе. Раз, три, инстанс создался спустя минут 5. Теперь мы можем к нему приконнектиться. Но перед тем, как мы приконнектимся, мы должны убедиться, что есть доступные порты открыты, которые нам нужны. Обычно они закрыты по умолчанию, максимум открыты только 22 порт. Давайте пройдем, посмотрим здесь. Здесь нужно перейти в security. Да, вот видите, inbound rules — это входящие порты, то есть 22 порт только открыты. Давайте добавим дополнительный порт. То есть для простоты я буду сейчас открою порт, на котором мы будем запускать его. Это порт по умолчанию 5678. Отовсюду. Сохранить. Это же самое быстрое туториал для запуска N8N на удаленном сервере. Поэтому на security issues не обращаем внимания. Так, теперь, чтобы приконнектиться, есть несколько видов. То есть это по SSH, логин, пароль. И здесь вот есть, сразу можно connect нажать в интерфейсе, и нас подключат к терминалу, к этому инстансу, что очень удобно. Так. Нажимаем connect. Коннектимся. Отлично.
Так, сразу мы должны... я переключусь на суда. Так, на главного пользователя. И теперь всегда, когда мы коннектимся к какому-то серверу линуксовскому, я всегда вам рекомендую запускать команду sudo apt-update. Она обновляет все референсы, все репозитории, все ссылки, которые доступны внешне для установки пакетов, поэтому рекомендую ее делать. Можно еще апгрейд делать, но в нашем случае достаточно sudo apt-update. Теперь мы устанавливаем докер. Докер можно установить этой командой. Так, он уже здесь установлен. Да? Докер. Да, версия докера здесь уже установлена. А теперь нас интересует NATN. И будем использовать те же команды. Так, self-hosted. Да, self-hosted, docker installation guide. Так, где эти команды? Вот они. Так, первая команда, мы должны создать volume. Ах, скопировал без буквы D. Исправим. Volume установился. И теперь нас интересует вот эта команда, вторая. Но я ее немножко модифицирую. Так, здесь мы добавим flag D, чтобы в фоне работало. Так. И порт есть, volume есть. Все, давайте запустим. Проверяем. Looks. Запускается. Отлично, все, показывает, что запущен. Теперь нам нужен IP нашего сервера. На новый флаг открываем и указываем порт 5678. Так, сервер сконфигурирован использовать секретные куки. Из-за того, что у нас HTTP, а не HTTPS, вот эта ошибка и появляется. Мы можем установить флаг N8 Secure Cookie False. И она должна пропасть, давайте это сделаем. Надо остановить контейнер. Docker stop NATN. Так, остановили и добавим к нашей команде этот флаг. Настройку для HTTPS нужен домен, и это уже выходит за рамки этого туториала, поэтому если вам нужно, пишите в комментариях, мы обязательно это сделаем, если вам это интересно. Так, false. Добавил флаг. Секунду. Нужно вот так вот его добавлять. И запускаем еще раз. Смотрим логи. Отлично. Запустился. Проверяем. Обновляем страницу. Отлично. У нас регистрация. Вот, пожалуйста, вы установили свой собственный NATN на Virtual Private Server. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Я единственное, что повторюсь, что можно использовать любой Virtual Private Server, то есть Haznel, Vultr, я не знаю, там, оставлю ссылки в описании. То есть какие-то попроще, то есть не Google, не AWS, потому что здесь очень много настроек, и в них сложно сразу разобраться. А так мы поставили, и теперь у нас все работает, и это бесплатно. То есть этот тариф, не знаю, какую нагрузку он выдерживает, то есть вы можете потестировать, но для каких-то простых рабочих процессов вполне хватит. Ставим лайк, увидимся в следующем видео. Пока-пока.